Снял я шкив впускного распредвала. Все-таки он отличается. Видите, вот эта вот жестянка, про которую я говорю, она сделана для того, чтобы, видите, вот прорезь, чтобы правильно считать фазы газораспределения. Вот здесь вот стоит датчик распредвала. Вот он. Вот он, кстати говоря. Я что-то смотрю, на нем датчика-то, наверное, не было. Этот не одетый был разъем, потому что весь он весь грязный. Вот, значит, все-таки они отличаются, шкивы. То есть обыкновенный шкив выпускной, на него прикреплена при помощи точечной сварки вот такая вот жестяночка круглая, которая идет сплошная, а потом прерывается, и датчик тоже вот с прорезью смотрит, в каком положении находится датчик распредвала, чтобы четко. Впрыск подавать, то есть открывать форсунки. Это же впускной распредвал. Вот так вот. Значит, отличие и зря я писал там. Но ничего, как бы хуже не будет. Естественно, болты от обоих распредвалов я закручиваю на свое место, чтобы они не потерялись. Это у меня такая привычка. Многие сбрасывают все в кучу. Я не люблю. Я люблю, чтобы каждое было детально в своем месте. Ну и теперь надо открутить вот этот вот пластмассовый кожух. Я думаю, сколько здесь? Вот один болт. Так, здесь нету. Второй, третий. Здесь вот четвертый. Здесь вот почему-то они не прикручены. Ну там видно будет. Вот четыре болта пока. Вот эти вот, не знаю, закручены, нет. Посмотрим. Открутил я 4 болтика на 10. Вот таких вот. Сейчас вот попробую снимать этот кожух. Оп. Вот он легко снялся. То есть 4 болтика. Еще раз сейчас покажу, какие. Вот он. 1, 2, 3, 4. А остальные все для того, чтобы крепить внешнюю крышку. Вот эти прорези для того, чтобы крепить помпу на 3 болта. Вот этот вот, не знаю, видите, был не прикручен. Ну ладно, оставим на совести того, кто до нас сделал. Вот эти вот 2 болта тоже. Это вот крепить натяжной ролик, обводной ролик. И вот 2 болта крепят. Не знаю, что крепят. Они пустые. Вот так вот. Что-то крепят. Головка полностью освобождена со всех сторон. То есть кожух снят, шкивы сняты распредвалов. Здесь впускной коллектор снят. Здесь с правой стороны сняты все патрубки. Я вот их не стал разъединять. На многих видео я смотрел, что эти патрубки разъединяют. Выпускной коллектор снят, но я его вытаскивать тоже не стал, потому что я думал, он мне не помешает вытащить головку. И осталось мне открутить 10 болтов, которые крепят. Откручивать их тоже нужно в определенной последовательности. Ну, то есть для чего это делается? Это, в принципе, делается для того, чтобы, когда мы начинаем откручивать, например, одну сторону открутили, она уже приподнялась, а эта сторона уже еще, вернее, затянута. Поэтому, если закручивается вот так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ну, примерно так. Я по аналогии с другими автомобилями. Может, там немножко. То есть и откручивать также надо. Здесь, здесь, на чуть-чуть ослабить. Здесь, здесь, потом здесь, здесь. И вот, ну, то есть в обратном порядке. Сейчас я это буду делать. Там тоже такое, смотрю, лепестковое. Это, у меня есть, конечно, такой ключ. Но, может быть, возможно откручивать и шестигранным ключом. Сейчас будем примерять, я все покажу. Вот поближе положил я фонарь, чтобы было видно. Видите, там такой вот лепестковый. И вот у меня тоже лепестковые, типа, отворотка. Тут на ней написано Е16. Вот Е16. Я до сих пор не знаю, что такое Е16. Попробовал я Е10, она не идет. Ну, Е11, Е12 у меня нету. Я попробовал Е16. Ну вот она, видите, стоит, как бы, ну, немножко имеет люфт. Теперь я взял другую головку. С другого набора. Не вот такая лепестковая, а 12-гранная обыкновенная головка. Вот такая. Сейчас посмотрю, на какой меньше люфт, такой буду откручивать.
плюс-минус примерно одинаковый. Поэтому я, наверное, возьму все-таки вот... делаю опять лепестковую. Вот обыкновенной головкой на 11, 12-граммной. И мне покажется, что люфта на ней меньше. Вот я ей буду откручивать. Хотелось бы, конечно, показать, как я это делаю, откручиваю. Поэтому сейчас в зубы возьму камеру и буду крутить. Короче говоря, все 10 болтов я немножко сорвал, ну, градусов там на 12, на 10 повернул, то есть в том порядке, в котором я вам говорил. Теперь я буду откручивать на четверть оборота, то есть на 25 градусов. Наврал, 25 градусов, на 90 градусов. Ну, я думаю, я уже открутил. То есть первый раз сорвал, и по второму кругу просто они уже легко идут. Пойду сейчас от руки. Сейчас продемонстрирую. Вот, рукой беру. Где тут? Видите? То есть головка уже не затянута. Отворачиваем. Здесь отворачиваем, здесь отворачиваем, отворачиваем. Тут уже можно в любом порядке, потому что она уже не затянута, никуда ее, грубо говоря, не поведет. Хотя вот видите, вроде одинаково откручивал, вот это вот чуть-чуть подзажато. И вот здесь вот, ну это уже не критично. Я вот чувствую рукой, как она легко и просто сходит. В принципе, все. Сейчас возьму шуруповер, чтобы это быстрее крутить, эти 10 болтов. Ну, наверное, головкой на 14 маленькой откручу. Собрал я вот такую конструкцию. Вот шуруповер мой Bosch. Головка на 11. Ну и удлинитель, чтобы туда глубоко не садился. Головка на 11, 6-гранная. Видите, не многогранная, 12-гранная, а 6-гранная. Вот я беру. Уронить я ничего не боюсь туда. Каналы для слива масла, потому что у меня поддонок все равно нет, потому что я все равно буду раздирать двигатель. Вот когда буду закручивать, тогда да, тогда надо опасаться откручивать вот эти вот болты, потому что вдруг головка соскочит с шуруповерта и может туда улететь, придется разбирать поддон. В данном случае все нормально у меня идет. Думаю, что сейчас через несколько минут, 2, 3, 4, 5, я уже буду лицезреть, что у нас там под головкой. Какие поршня в третьем цилиндре. В этом двигателе, напомню, не было компрессии. Вот и посмотрим, из-за чего. Все практически открущено. Еще раз проверю. Все легко крутится. Сейчас надо подготовить место, куда я буду ее ставить. С нее потечет масло. Вот. Чтобы установить сразу и заниматься
головкой. Все. Сейчас будем снимать дальше. Место я подготовил. Сюда буду ставить сейчас головку. Вот. Теперь нужно вытащить болты, которые я открутил. Вот один болт не открутил, получается. Немножко еще держится. Вытащил последний болт. Ну что, пора снимать саму головку. Вот, не снял датчик, и проблемка. Странная защелка, конечно, тут на этом датчике. Сейчас разберусь, перевключусь. Да, и всего, что я сегодня разбирал, головку и все такое, вот эта защелка, это шедевр. Смотрите, вот такие вот два с этой стороны и вот с этой стороны. Вот с этой стороны и вот с этой стороны. Вот такие два закусывальщика. Вот. И еще, а сзади здесь вот непонятно для чего сделана вот такая вот штука. Я не знаю, что это такое и с чем ее едят. Эту вот отсоединил, все стоит на месте. Короче, с этой стороны и с этой стороны поддел вот сюда отвертками. И вот таких вот разъема здесь два. И вот смотрите, вот один датчик, вот белый пластик. А вот второй датчик. Не знаю, что это за датчики. Но, видимо, ошибка ответственная, что вот просто так даже, когда пол двигателя разобрано, их просто так не соединить. Да, это супер. Ну что, наконец-то снимаем головку. Все, встала она на наш стапель, в кавычках стапель. Вот так вот она выглядит, головка. Посмотрим, что там внутри. Когда я снимал, наверное, видели, тосол побежал. То есть он не выбежал. А вот и, пожалуйста, значит, в третьем цилиндре не было компрессии. Но здесь ничего и не горело. Раз не горело, значит, сам поршень светлый оказался. Вот это все надо срочно вытереть. Вот эта грязь, которая здесь почему-то забила все каналы. Не знаю, что это такое, но здесь забиты все каналы. Сейчас разберемся. Скорее всего, это каналы. Прокладку снимаем. Вот она, прокладка снята. Вот так вот, в сторонку ее.